это глико из бергамота. Сейчас будем пробовать. Делается она только из кожуры бергамота. Бергамот — это родственник лимона и цитрусов. Я думала, это какая-то трава. Нет, это цитрус. Цитрус, и у него там вот такая цитрусовая кожица. Ну, она подходит, да? Его подают с такой вилочкой, с двойной. Боже Христо. Оно в сиропе и на маленькой тарелочке подается. Еще подается стаканчик воды. Там есть хитрость такая специальная, почему оно такую форму держит. Ну, красиво. Не знаю, если когда-нибудь получится заснять, как мама это делает, свекровь. Засниму. Я сейчас тебе дам воду, и ты в нее положишь. Да. Перед тем, как есть это глико, нужно его опустить в воду. Нет, тогда уйдет лишний сироп. Ты этого не будешь делать? Я не буду этого делать. Ладно. Мне нравится с сиропом. Ладно, не делай. Главное, что они не едят сироп. Они сироп, по-моему, куда-то мама тоже подкладывает как во что-то. Потом использует как-то. Ну, может, готовки, да, в какую-то выпечку, что-то она кто-то, по-моему, использует. Ну, вот так, как... Но нас едят, нас изучают. Ну, чтобы избавиться от лишней сладости, они кладут. Ну, как на вкус? Вкусно? Ну, у нас такого блюда не делают, у нас другие варенья. У нас варенье, да? Здесь это такое... Похоже угощение. На восточные сладости, вот. Ну, это такое тоже лакомство местное, да. Только оно не варено, как сок сгущённый, а именно, видишь, из кожуры. Ну, да. Вкуснота. Сейчас я вам покажу разное глико. Вот это то, что моя мама сейчас пробовала. Это бергамот. 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 Да, очень красивая. Это померанец. Померанец здесь целиком. Зеленый померанец, маленький. Специально срывался пораньше, до того, как поспел. Здесь кожура апельсина. Портокаль. Портокаль — это апельсин по-гречески. Здесь кожура померанца. Только уже спелого, желтенького, тоже скрученная, вот если видно. Такие закрученные кетромило померанец по-гречески. А это, попробуйте угадать, что это. Это грецкий орех. Грецкий орех целиком, вместе с кожурой. И вот он дает такой черный сироп практически. Это еще они зеленые, когда они в кожуре. Да, когда кожура... Целый грецкий орех, смотрите, вот так он кладется целиком. Как оливка большая. Да, ну он там чернеет как-то, когда его, видишь, из него этот йод весь выходит, и он становится такого цвета, представляешь? Интересно его разрезать, давай разрежем, попробуем. Сейчас мы разрежем, покажем вам, как выглядит орех внутри. Давай пробуй, снимай пробу. Ну как тебе? Слушай. Он вкусный, очень, очень вкусный. Я как-то тоже и совершенно не такой сладкий, как те. Не знаю, может быть, сейчас тоже кусочек съем, подожди. Вот могу с тобой вот поделиться. Поделись со мной, да, спасибо. Остальное. Одну восьмушку. Сейчас пойду за вилочкой. Какой интересный, я бы никогда не подумала. Как интересно. Можешь мне разрезать одну часть на две части? Давай, придержать. Спасибо. Как мармелад. Сейчас я слушаю. Консистенция, как мармелад. Охи, мама, фаристо, его на фау, микрокумати. Диета. Желание загадать. Как мед. Как мед. Мели. Эхи, есть эту мели. Даже если пирог сделать вот с этими ингредиентами, с этими сладостями, то очень полезно, даже пирог полезно кушать с глико. Ну, конечно, у нас натуральный. Мама, мы будем делать этот крисмас кейк, рождественский пирог. Крисмас кейк, не. В рождественский пирог, крисмас кейк, они кладут вот это глико. Они специально выбирают там вот такой желтенький, зелененький чуть-чуть, тоже оранжевый, там что-то у них есть, кедони, тайва, оно как красноватое, помнишь, как оранжево-красное? И в тесто, что тесто вот. Было, цвета было. Да, и вот этот орех тоже. И оно там разного цвета в этом крисмас кейк. Вот это вкуснота получается, просто обалдеть. С апельсиновым соком. Я, конечно, делала в том году, заменяла цукатами. Но с глико это совсем другое, это просто. Кедони? Кедони. Не, кедони аресима с кайго, аресима к мамому ареси. Есть на холодильнике, но говорит, завтра даст попробовать, там другой раз. Ну да, завтра с ним придем. Да, из-за ивы красная кедони, говорит, тайва.
Ой, тогда, из айвы она мне давала. Из айвы тебе в прошлом году она давала, оно было очень вкусное. Я по маленькому кусочку угощала, кто приходил. Да. Такая а это глико из арбуза, вы представляете? Красивой баночки, но это уже такое сделано уже более профессионально оформлено. С фестиваля, да? С фестиваля, да. Из арбуза берут только кожуру. Кожура должна быть толстой. Если арбуз с тоненькой кожурой, то он не годится для глико. Вот такую вкуснятину мы тут пробуем каждый день. А сегодня мы пробуем из помелы. Или помело. Не. Это тоже из кожуры и помелы. А, это не из, или из кожуры. Из кожуры. Это из кожуры, но они в этот раз не закручены. Смотри, какие красивые. А ну давай сейчас покажи, какой она со всех сторон. Какая красота. Вот это помело. Или помело, помело греки говорят. Ну давай пробуй, сейчас скажешь, как оно на вкус. Вкусно? Очень сладко или нет? Ой, я порезала. Очень сладко. Очень сладко, ароматно. Ну, да, они же воду сначала опускают. Очень ароматно. А говорит, на лимон похоже. Вкусно. Вкусно, да? Вкусно, не знаю. На лимон вкусно. И красивая, вкусная красота. Не, более кало. Смотрите, как выглядит глико из орешка в разрезе. Вот этот оранжевый глико, это померанец, кожура померанца. Желтенькая, это кожура лимона. Красная, это глико из айвы. А вот это, смотрите, глико из лимона. Это мы сейчас будем украшать десерт крема, крем. Вот у нас тут разные виды глико, сейчас нарезанные, и лимон пойдет туда же. Глико из айвы. Вкусно? Да, конечно, божественно. А орешек, смотрите, какой внутри. Украшаем крем. Смотрите, какая красота. Вкусненько.